9-летний Алексей Желтухин занимается воркаутом 2 года. Об открытии этого зала узнал из новостей и сразу же поспешил записаться. Теперь на каждой тренировке юный спортсмен покоряет новые вершины. Мне нравится быть сильным и я люблю добиваться успехов. Вот я поставила цель, научился элемент и другой учился. Без лишнего хвастовства мальчик рассказывает, от пола отжимается 200 раз и уже научился делать 20 элементов воркаута. Самый сложный из них – стойка. Теперь в школе, где учится Алексей, у него нет отбоя от женского пола. Мы когда постоянно выходим играть на перемену, постоянно всего за меня бегают. Девочки? Да. Первый в Украине воркаут-центр открыли в Харькове в январе этого года. За 2 месяца в зал записались около 100 человек. Из них 40 – это дети. Мы им даем программу общую физическую подготовку, то есть, чтобы они могли нормально развиваться. Различные, знакомим их с различными элементами воркаута. И просто даем понятие о самом здоровом образе жизни. Большинству из этих юных спортсменов нет еще и 10 лет, но они уже могут дать фору многим парням постарше. Отжимания от пола и на брусьях, подтягивания и пресс – эти физические упражнения уже стали частью их жизни. У нас работа с собственным весом – это прежде всего. У нас нет железа. Мы тренируемся собственным весом. Абсолютно любой может заниматься воркаутом. А самое главное, чтобы было у человека желание. Вот. А ограничений никаких нету. В будущем руководители воркаут-центра планируют открыть еще один зал для занятия воркаутом в Харькове. Но где он будет расположен, пока не уточняют. Алина Коб, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».